Делегация из Республики Калмыкия в эти особые дни приехала в Брест с почетной миссией передать в Фонд Музея обороны Брестской крепости героя капсулу со священной землей из Хулхутинского мемориала воинов-освободителей Калмыкии. На самом деле это значимый и очень символичный дар, ведь война началась именно у стен крепости героя, а переломный момент ее окончания происходил именно у поселка Хулхута. Со сражения под Брестской крепостью началась Великая Отечественная война. Именно здесь немецкие войска перешли границу, здесь они начали эту войну. А поселок Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия – это то место, где немцев остановили. Хулхута – это самая восточная точка продвижения немецких войск на территории Советского Союза. Именно там немцев остановили, повернули. Это была часть Сталинградской битвы. И дальше уже гнали на запад до Берлина. Еще одной важной целью визита калмыцкой делегации является налаживание сотрудничества музеев обороны Брестской крепости героя и Национального музея Республики Калмыкия. Мы привезли пакет документов двух защитников Брестской крепости. Это ефрейтор Пасугинов Цирен Леджинович и рядовой Иванов Александр Учурнович. Мы считаем, что эти документы займут тоже достойное место в музее Брестской крепости. Будем дальше восстанавливать имена уроженцев Калмыкии, участников обороны. По нашим данным, участников свыше 18 человек. Достоверно установлены имена только двоих. Мы сейчас вот были там, это у нас старший сержант майоров Венецан Бадмаевич и ефрейтор Пасугинов Цирен Леджинович. Ну, мы считаем, что наша задача вместе с Национальным музеем Калмыкии восстановить именно всех участников, чтобы мы точно знали и дали возможность потомкам приходить и возлагать цветы на места их боевых действий, на места их гибели. Через тысячи километров люди приезжают в такие знаковые места, как Брестская крепость, в память о своих земляках. Что случилось и сегодня с делегацией, которая, я думаю, в графике, определенном графике посещения Бреста нашла возможность посетить Брестскую крепость, чтобы передать те уникальные реликвии, которые имеют и вещественное такое отображение, да, как земля памятного места, но в то же время какие-то копии документов, которые подтверждают или могут не просто подтверждать, а стать источником других изысканий, и как сегодняшние наши общение показало, что могут стать источником укрепления таких очень добрых отношений, соглашений, которые позволят развиваться не только в плане изыскательской работы каких-то судеб, но, может быть, в каких-то проектах гуманитарного направления, посещения молодежи, туристических групп. Кто знает, чем может завершиться сегодняшний визит делегации. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.